Видели такой момент? Кто пугается, кто улыбается, да, то есть возникает некая реакция. И очень часто это реакция ликования, да, это радость. Потому что вот он, вот оно мое, да, мое бытие, оно собралось во что-то и как-то конструировалось, да, как-то собралось в что-то цельное. То есть возникает некий целостный образ. Эта целостность, она тут же порождает несколько противоречий. Во-первых, некое отчуждение, да, некое противоречие с самим собой.